Добрый день, уважаемые слушатели, с вами проект «Эзотерика для тебя», и мы сегодня с вами поговорим о гороскопе табу, чего никогда не сделают знаки зодиака. Гороскоп табу и запретов расскажет вам, на что никогда не пойдут представители зодиакального круга, сколько их не уговаривай. Нельзя требовать от огня, чтобы он стал водой, как нельзя требовать от человека, чтобы он пошел вразрез со своими принципами, заложенными природой. Дата рождения определяет многое. Это и характер, и поступки, образ мышления, и даже дальнейшую судьбу. Овен. Представители стихии огня, возглавляющие астрологический круг, лидеры. В самом широком смысле этого слова. Но овнов равняются, им подражают, завидуют и следуют по их стопам. Да, этот знак зодиака определяет поведение других людей, манипулируя и направляя в правильном русле. Астрологические бунтари делают все, что им вздумается, искренне веря, что все у них идет под контролем. Даже в случае полного краха овен никогда не будет спрашивать, что ему делать, что можно, а что нельзя. Усвойте уже наконец, овнам можно все. Телец. Тельцам не занимать принципиальности и ответственности. Все в их жизни имеют определенный вес, а за результат всегда нужно платить. Типичные представители этого знака с гневом в глазах смотрят на людей, чьи действия разрушают их общую картину мира. Но неужели нельзя вначале спросить, а потом делать? Те, у кого полный энтузиазма и импульсивности, пожалуйста, не мешайте тут тельцам жить по всем законам Вселенной и двигаться в выбранном направлении. Иначе они затопчут вас, если ваши стремления угрожают их интересам и комфорту. Тельцы ни за что не откажутся от своей мечты и цели. Близнецы. Близнецам на самом деле очень тяжело жить в этом мире, переполненном идиотами. Все постоянно что-то от них хотят, что-то требуют, а сами даже пальцем о палец не ударили. Ну разве не смешно? Это касается всех знаков зодиака. Может быть, хватит выдвигать бедным близнецам невыполнимые и надоедливые требования. Дайте жизни. У близнецов на все есть тысяча и одна причина. Потому что нет такой работы, которую нельзя было бы избежать. И уж если их оправдают обстоятельства, то представитель этого знака никогда не упустит возможности отдохнуть вдали от всех этих общественных рамок и тяжелой работы. Рак. Раки домовитые, уютные и чудесные семейные люди. Что ни попроси, все сделают ради благополучия и гармонии в доме. Казалось бы, у них просто нет изъянов и жестких принципов. Однако в тихом омуте, как говорится, черти водятся. И если начать вести слежку за раком, можно заметить, что он ходит по дому, собирая все ножи в одну большую корзину. В переносном смысле, конечно. Все дело в том, что представитель этого знака никогда в жизни не предадут ваше доверие и верность. А поэтому все ножи, которые могут оказаться в их спине, необходимо немедленно выбросить. Лев. Все представители огненной стихии – импульсивные и взрывоопасные люди. Естественно, этот факт распространяется и на львов. Много вещей буквально выводит их из себя. И вот момент бури эмоций и урагана скандалов – можете не беспокоиться, львы все это закатят сами – вы берете и случайно бьете по самому больному, по самолюбию этих чутких представителей зодиакального круга. Конечно, боль унижения пронзит всю их жизнь, но лишь на несколько минут. Потом лев отойдет, по-царски простит и никогда больше не вспомнит о вашей необдуманной оплошности. Дева. Дева – это знак порядка, слаженного режима и четкой конкретики. У представителей этого знака зодиака просто-напросто не бывает сбоя в системе. Все слажено и работает как один большой и неразрывный механизм. Нет никаких погрешностей, вам это все мерещится. Типичные девы никогда не признаются в том, что теоретически могли допустить ошибку, даже если она очевидна. Очевидно всем, кроме дев, и хватит на этом. Разговор закрыт. Весы. Весы – это гармоничный и миролюбивый знак зодиака. При взгляде на них думаешь, что в этом мире может быть прекраснее и чище. Однако чистая аура представителей этого знака зодиака – результат слаженной работы и жесткого отбора. Весы не питают уважения к токсичным и засоренным негативными программами людям. Именно поэтому они могут без зазрения совести закончить гнетущие отношения, распрощавшись с близким человеком раз и навсегда. Для них лучше одинокая гавань, чем шумное полчище недостойных. Скорпионы.
таинственный, пленительный и загадочный скорпион, таит глубоко в душе великую тайну. Не пытайтесь добиться от представителей этого знака зодиака искренности и открытости. Это просто невозможно. Если скорпион посчитает нужным, он все расскажет вам. Ну и что, что спустя 10 лет? Доверие нужно заслужить. Однако астрологи сумели залезть в душу к самым скрытным представителям зодиакального круга. Оказалось, что скорпионы никогда не прощают, и лишь им известны самые страшные, коварные и искусительные планы мести. Стрелец. Стрельцы могут позволить себе то, что другие бы не смогли. Они беспечны, бесстыдны и слишком резки. Порывистость и горячий нрав делают представитель этого знака слишком колкими на язык. В порыве бешенства, что в их жизни случается довольно часто, стрельцы просто не смогут проявить деликатность. От их нападок бывает страшно и больно одновременно. Впрочем, и от шуток стрельцов можно заплакать. И почему никому не нравится эта горькая правда? Козерог. Трудолюбивый козерог всегда прям и горд. Даже в его жестах можно заметить полыхающую ответственность. Все разложено по полочкам. Перфекционизм, как всегда, на уровне. Мир Козерога летит к чертям, как только дело доходит до каких-то новшеств и нововведений. Зачем менять устои и порядки? Век так жили и еще один проживем. Консерватизма у Козерогов, конечно, не отнять. Они никогда не сменят свою идеологию взглядов и принципов, разве что если это не приказ начальства. Тогда можно и на что-то новое придумать. Водолей. Под гнетом секретности радостно и динамично живут водолеи. Вам может показаться, что вы все о них знаете. Хотя, по правде говоря, об их жизни вам известно ровным счетом ничего. Это скрытный знак зодиака, который решительно настроен сохранить свои тайны. В то время как все остальные представители зодиакального круга выходят из возраста категоричности. Водолеи осужденно смотрят им вслед. И не дай бог, вы где-нибудь споткнетесь и упадете в их глазах. Шансов на оправдание вы в таком случае никогда не дождетесь. Рыбы. Этот водный знак зодиака совершенно не любит плыть против течения. Но нравится рыбам, когда на их всех парах подхватывают позитивные волны и гонят в объятия счастья. Однако обрести то самое счастье им мешает якорь под названием конформизм. Рыбы всегда будут оглядываться на мнение общества, бездумно следуя стереотипам и модным течениям, к тому же пассивно принимая во всем участие. Естественно, с этим можно бороться, но тогда придется плыть против течения. Поэтому еще немного они могут потерпеть. Каждый из нас индивидуален, и всем известно, что не бывает двух людей с одинаковым характером. Но если представители зодиакального круга посмотрят чуть глубже в себя, то заметят, что звезды не лгут. Каждый знак зодиака объединяет одно – идентичные закономерности в поведении и схожие черты характера. Мы желаем вам отличного настроения, будьте счастливы! Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте друзьям о нас и о нашем канале. А мы для вас готовим следующее видео. С вами был проект «Эзотерика для тебя». Пока-пока!